Ребята, всем огромный привет. Наверное, покажу вам свои покупки прямо в Юске. Вот мои покупочки. Одна тележка. И вот мои покупки со второй тележки. Разрешу себе сделать обзор покупок прямо в магазине Юск. Кстати, сейчас еще проходит акция в Юске. Если вы сделаете пожелание Юску, вы получите в подарок вот такую вот сумку. Я разрешу себе сделать без маски. Ну, нужно в маске находиться. Сниму маску, пока никого нету. Вы получаете вот такую вот сумку в подарок за пожелание и дополнительную скидку 5%. Я получил вот такую вот сумку, ребята. И покажу вам свои покупки. Одеваю маску. Правило. Ребята, вот такую вот звезду. Кто кого перекричит. Сейчас закончит парень, и я начну вам рассказывать. Ребята, скидки до 70%, поэтому не мог себе не сделать такое удовольствие и скупиться в Юске. Ребята, вот такая вот звезда огромная, которую я очень давно хотел, поэтому я сегодня взял ее за 350 гривен. Ну, еще плюс скидки на кассе. А потом в конце видео уже приду домой, покажу вам чек, что почем вышло. Или, наверное, когда буду монтировать видео, покажу вам, что почем у меня получилось. Вот такая вот огромная звезда, очень большая. Я ее буду использовать, наверное, как лампу вместо света. Кстати, она в розетку, не на батарейке. Это очень хорошо, это меня очень радует. Дальше, ребята. Взял вот такой светильник. Сейчас я вам покажу, открою. Я его искал. Мне вынесла девушка, которая здесь работает. Если она будет меня смотреть... Марине из Юска огромный-огромный привет. Не знаю, кто вы, продавец или директор, или... ну, здесь много, да, этих должностей, или как правильно сказать. Вот, ребята, вот этот светильник, который я хотел. Его можно использовать, ставить и свечи, и новогодние елки в середину впихнуть. Очень доволен. Стоит он 150 гривен, полная цена 300 гривен. Круто, да? Ну, конечно, этот пакет я вытяну. Вот так он будет смотреться. Так, продолжаю дальше. Взял вот такие шишки для своего декора. Ну, для своих видео. 40 гривен всего-навсего. Раз, два, три, четыре, пять, шесть шишек. Вот такой вот набор. Так, друзья, дальше показываю. Взял вот эту вот звезду, сегодня она стоит 200 гривен, тоже на розетку, вкручиваем лампочку в розетку и будет светить у вас, можно поставить на подоконник или на ваш комод, в вашу комнату, на ваше любимое место. Вот такая вот обалденная звезда, тоже ее очень хотел, будет красиво смотреться, а потом покажу вживую, как она смотрится, ребята. Взял вот такую маленькую звездочку, которую можно повесить или тоже поставить как декор на стол. Или я вот даже думал использовать его в этом фонаре, или как он правильно называется. Но я еще думаю, вот эту звезду я еще тоже одну возьму. Одной как-то будет мало мне. Сейчас я вам открою и покажу. Сегодня она стоит 55 гривен. А стоила она, со скидкой стоила 110, а сегодня она стоит 55. Вот так вот она выглядит. Конечно, еще идут эти... провода на три батареечки, и будет вам светить, можно сказать, как рождественская звезда, да? Можно даже использовать на Рождество вот эту звезду как символ того, что родился Христос. Наверное, еще пойду одну возьму звезду. Сегодня я звезд понабирал целую кучу. Ребята, падает звезда, загадываем желания все. Так, вот с большой скидкой взял вот такое вот растение. Оно распускается и свисает. Напоминает мне, знаете, такие школьные растения были, такие, как в школе. Кстати, очень красиво здесь камушки насыпаны. Ну и нужно как-то выбрать какой-то красивый горшок для него. Сегодня очень хорошая скидка на него, всего лишь 85 гривен. Обалденная штука. Повешу, поставлю его в кухню, на свою кухню, пусть он меня радует. Кстати, сегодня такая цена, нормально. Конечно же, я взял плед красный, который я так сильно хотел. Застелю диван и будем с вами проводить влоги
новогодние влоги с дивана, с этого новогоднего пледа. Сегодня он стоит 185 гривен, ребята, это очень хорошая цена. 1,30 на 70. Это один плед. Ребята, достался все-таки мне вот этот плед, который я хотел. Стоит сегодня он 350 гривен. Очень классный плед. Двухсторонний. Он продается вот в таком крутом мешке. Видите, мешок с такими бумбонами. Ну, открывать я не буду. Просто, ну, вы понимаете, да? С одной стороны плед вот такой вот, со снежинками. А с другой стороны простой однотонный белый плед. 350 гривен. Это очень хорошая цена. Размер пледа 1,30 на 1,60. Крутой? Крутой. Но и это еще не все. А что, ребята, в старости будет холодно, будет чем накрываться мне. Гляньте, какой красивый плед. А если вы заметили, здесь нарисован олень. Не могу вытянуть бумажку. Дома открою, вам покажу. Вот здесь такой новогодний олень. Тоже двухсторонний, с одной стороны такой гладкий, а с другой стороны такой мягкий-мягкий, как овечка. Тоже прикольный. Сегодня он стоит 400 гривен. Это тоже очень хорошая цена. Ну и плюс то, что у меня еще есть карточка на скидку 15%, а еще плюс сумка 5%. Цены будут очень-очень демократические, как это сказать, да? Демократичный вы наш Юск! Спасибо вам огромное! Ребята, понабирал полотенец. Полотенце. Цена. Гляньте, какая красивая гамма полотенец. Согласитесь, красивая. Красиво. Сейчас красиво сложу. Вот так они круто смотрятся. Ребята, обалденная цена. 140 гривен. Качество супер. 1,40 на 70. И сейчас я вам еще покажу одни расцветки. Вот эти я забираю. Но еще вам хочу показать одни расцветки. Конечно, если вы придете в Юск, расцветок тут, наверное, больше, чем у радуги цветов. Сейчас я еще вам покажу одни расцветки. Так, мои хорошие, посмотрите, какая красивая серая гамма. Представляете, это все серые оттенки. Я-то думал, что серый один и все. Вот такой, вот такой или такой. Но вот в Юске три серых оттенка. Можно сказать, серый графит и такой темный асфальт. Тоже очень красиво смотрятся. Согласитесь, да? Круто. Друзья, взял себе вот такой вот огромный бокс для своей мелочи. Сегодня очень классная цена на него. 100 гривен. Всего-навсего с крышкой. Супер, да? Крутой. Ребята, хотел вот эту вазу. Сейчас вам покажу. Я ее очень-очень давно хотел. Она похожа как камень. Похоже, как камень. Сегодня она стоит 275 гривен. Женщина тоже стояла, выбирала, думала, не думала. Я говорю, женщина, берите. Обалденная крутая ваза. Гляньте, как камень. Супер. И мы взяли. Еще себе взял вот такую вот коробку, которая раскладывается. Тоже она сегодня была со скидкой. 125 гривен. 80 гривен, извиняюсь, ребята. Перепутал. Уже цены плывут, плывут. Я в это как захожу в Юск. Все, я пропадаю. Моя мама говорит, у тебя уже квартира. У тебя уже квартира как Юск превратилась. Ребята, взял вот такую вот штуку, гляньте, такая прикольная штука для обуви. То есть ты приходишь, знаете, если падает дождь, как раз сейчас вот снег, пришел, поставил сюда все свои обувь, грязь стекла, ты взял тряпкой смыл или прямо в ванне смыл всю грязь и чисто. Нормальная? Нормальная штучка. Сейчас я вам скажу, сколько она стоит. 85 гривен стоит вот такая вот штука крутая, ребята. И, мои хорошие, а я взял на новогодний стол. Конечно, у меня клеенок много, но не выдержало мое сердце. Взял вот такую вот еще клеенку. Метр клеенки сегодня стоит в Юске 85 гривен. То есть приходите и выбирайте любую. Выбор огромный. Есть и такие, как можно сказать, и на каждый день. Есть и праздничные, новогодние. Если вы посмотрите, здесь маленькие-маленькие звезды. Перламутровые маленькие звезды. Метр клеенки 85 гривен. Еще вам отрежут с походом, чтобы неровности вы могли себе отрезать дома. Ребята, наверное, буду вызывать такси, потому что домой так просто не доеду. Гляньте, какая крутая подушка. Бамбуковое волокно.
У меня уже язык заплетается, серьезно. Бамбуковое волокно, можно ее стирать. Плотная, классная подушка. Ой, прям так хочется, прям хочется лечь и поспать в юске, друзья. Стоило 449, я уже сказал, не помню. А сегодня она стоит 200 гривен. Поэтому я думаю, а что бы ее не взять? Крутая, да? Ребята, и еще одно. Наверное, это будет моя последняя покупка. Это все на сегодня, точно. И, ребята, взял вот такую, вот такие вот полочки в виде сот, пчелиных сот. Давно я хотел, стоят они 900 гривен, но сегодня со скидкой получается 450. И еще минус 20% у меня на карточке, то есть 15,5. Ну, получается минус 90 гривен, да? Я уже не соображаю. Ну, короче, еще скидка бьется, ребята. Сейчас я покажу, как они выглядят, эти соты. Так, в наборе идут три вот такие вот полочки. Большая, средняя и маленькая. Прикольные, да? То есть в середину можно, ну, все, что хотите поставить. Ну, книжки точно я ставить не буду, а что-нибудь из декора точно я поставлю. Вот средняя, большая, а маленькую я уже не брал. Крепится нормально. Я очень доволен сегодня покупками, доволен юском, ребята, своими покупками. Не знаю, сколько потратил. Карточка потом мне скажет, сколько я потратил. Всем хороших покупок, экономьте, ребята. Всем хорошего настроения, крепкого здоровья, все. Всем пока-пока.